Всем привет, привет, и тут солнечная Италия, проводи. Già, mi stavo pigliando le chiavi per chiudere, no? Ah, sì, dai. Sai che io poi... Все, завтра у меня день рождения, мы сегодня готовимся к моему дню рождения. И, естественно... А, кстати, мне сегодня пришел подарок. Вот такой вот подарок мне сегодня пришел. Это Люда из Греции. Мила из Греции, Люда. У меня все как Люда. У меня Люда с Голливуда моя. Люда, к тебе привет, Флорида Ялта. Вот такой вот браслет мне прислала Мила с Греции. Там еще были два браслета. А, палеточка, я уже научилась палеточку говорить, с тех пор, когда начала смотреть YouTube, выслала мне палеточку. В общем, вот этот браслет я себе оставлю с этими цветами большими. Карлосу тоже очень хорошо понравился. Вот, а потом, когда придут малые, посмотрим, что, как они себе разберут там еще два браслетика. Вот, так что теперь у меня день рождения завтра, мы сегодня готовимся. Сегодня вечером я пойду забирать торт. Я торт заказывала моей подруге сына, ему 11 лет, и он печет торты. Как он печет торты, это что-то с чем-то. А сейчас мы едем делать спезу за покупками, мы едем, и еще даже не знаем, где, да? Dove andiamo domani per compleanno, ancora non lo sappiamo. Boh, montagna, ma... Da? C'è bello il tempo, tanto bisogna vedere sempre quello. Ah, hanno domandato il cane, che razza è il tuo cane? Come? Non lo sa, non si è detto già? Sì, non l'hai domandato. American Staffordshire... Там есть видео, где я рассказываю, откуда у нас появилась собака. Мы ее взяли уже очень взрослую, ей было 1.5 года. Вот, и сейчас тоже ей предстоит еще делать прививку от каких-то там клещей, еще от чего-то там, потому что по траве бегает. Ну, в общем, вот так вот едем, короче, мы за покупочками. Даже не знаю, что я бы такая, чтобы я рыбу поела. А мы печем рыбы пешман, да. Гамбероны, компасты, стасера, милофай. Сами пьяче, мне пьяче, но пельмени, ты же не делаешь пельмени. А, амо. Да, дими. Allora, ascolta, si va al Lidl a fare... В Lidl поедем, может, тоже ездим. Давай, в Lidl, давай. Qui è, no? Sì, sì, perché anche la frutta di là costa meno. Ma io non più quello, più vicino, se no... Quello che... A se lunga ci potrebbe andare, però. Capito. Поедем в Lidl, там и овощи дешевле, и Risparmi 5 di spesa e 10 di бензина. А, он говорит, что 5 евро будет меньше на покупке, 10 евро, все равно ты за бензин заплатишь, куда ехать. Ай-яй-яй, очень сильно темп убил уже. Вчера у нас дождик был вечером, а сегодня хорошая погода. Oggi è da andare a fare di nuovo il bagno a Marina di Vecchiano, da, così... da. Ma come? Mi ha fatto beccare il bronco stronco polmonite una settimana. Non ti sono dito il bagno, i bambini stanno fatto. Come? Bambini sono. Sì, bambini al mare, ma se io vedi che c'è l'antibiotico, mi rimando al mare. Ma guarda, куда ты меня с антибиотиками на море посылаешь? Да прям там. Ой, ты знаешь, мужики один раз чихнул и в обморок упал. Что попало? Non parlo italiano. Ага. А то что? Parlo italiano, parlo. Parla russo, impari, anzi, ti hanno domandato, la sai le parole russe? Purtroppo no. Говорит, нет. Слушайте, кстати, кто-то спрашивал, как дети. Дети разговаривают у меня на русском языке, особенно София. Она прям как губка впитывает себя. А Сашка меньше. Как я ее учила, я с детства включала ей мультики русские, говорила, что телевизор не работает, только на русском языке. Вот она с утра до вечера русский язык. Мультики, и я с ней только на русском. А так София очень хорошо разговаривает и очень хорошо понимает. Ну, то есть, как бы для своего возраста, в принципе, у нее нормальный такой, скажем, словарный запас. Да, Кирина? Che ti fanno complimenti anche a te? Allora, la bocca larga. Sempre sorridente, да? Chi non è sorride? Così la bocca aperta... Cane, это собака, которая улыбается. Sembra che sorride. Magari vuole acqua. Apri lì sopra qua. Ah, Kirin. Так вот, я уже подхожу к школе, иду за детьми. В садик Машку встретила. Вот Машкина коляска. Малому уже 4 месяца, да, Машка? Да, завтра будет. Слышь, так что все, ты уже уезжаешь от нас? Да, 26-го мы полетим домой. А сколько ты билеты брала, за сколько рассказывала?
3 билета 23 тысячи. Рублями, да? Да. А евро это? Не знаю. Слышишь, Машка, так все, ты как, ты прямым Рим, Екатеринбург? Рим, Екатеринбург, да, чартер. 5 часов перелет. 5:40. Да? С малыми, да? Да. Слышь, так ты довольна уже, конечно, да? Конечно. Можешь сейчас дома пельмени. Так ты здесь пельмени готовишь? Я покупаю. Машка, блин, так... ты покупаешь в русском магазине. Сколько ты платишь за них? Там что-то 3 с чем-то. Давай сюда, да? Угу. 3 с чем-то, 500 грамм, 250. 500, да? Ну, я так давно там не была в том русском магазине. Давай, расскажи еще что-нибудь. Давай, ты же не хочешь сниматься? Машка сниматься не хочет. Я только что ходила... Докупала мне там надо. Ой, да слышишь, я сейчас тебе тут на коляску все навешаю. Вешай. А потом забуду. Нет, я тебе напомню. Давай, Машка, расскажи что-нибудь. А что рассказывать? Ну, рассказывай, как тебе Италия, все. Едешь, вернешься? Да. Боже, такая девочка красивая, она так похудела после родов. Такие волосы живые, красивые. Что ты сниматься не хочешь? Вообще, модель одним словом. Да, конечно. Да, ты так хорошо стала выглядеть. Вот сейчас после родов все. Не, серьезно, не комплимент. Вот ты после родов быстро вошла в норму. Не, ну понятно, с малыми еще не это самое. Еще бы не быстро в норму войти. Ну ладно, ничего даже рассказывать не хочешь. А я сейчас тут малых заберу. У нас сегодня последний день. Вон сколько у нас машин вот так вот наставляют. А завтра же у них освобождение Италии. Мама! Наряжаем кухню к моему дню рождения. Добываем шарики. Сегодня готовимся. Подготовка полным ходом, да, Карл? Все перепаряма лапучина. Софи, подними Филу, смотри, он поспалит. Мама, все поспалит, еще больше хайпанчика. Вы наряжаете свою квартиру к вашему дню рождения. Я уже могла бы как бы и не наряжать, и не отмечать. Но тем не менее есть дети, и как бы это праздник, и они должны понимать, что тоже у мамы тоже есть праздник. Вот, поэтому мы постоянно наряжаем, и когда вешаем это все на кухне, потом мы не убираем аж до сентября. У нас даже такое бывает, уже шарики сдуются, там вообще как суперки висят, но мы тем не менее. Но мы тем не менее все равно вешаем. То есть не снимаем. Потому что потом у Софии день рождения, потом. Кистату. Questo è sfibrato. È pasquale Giacomo. Guarda come si fa. Brava. No, mi fai fare la paura. Chi è che vuole comprare? Anche questo. Con l'accendino è brucia, lo taglio le brucia. No, ti ma poi non. No. Lo sai, cosa era corto? Come fai a infilarlo questo? Cos'è questo? Questo sarei mio. Così, guarda. Così, va, no. Va così, no. Questo è mio. Carlo, guarda, il tuo è questo qui, eh. Вы уже видите, у меня над головой висят шарики. Сейчас вам покажу, как у меня получилась моя кухня. У меня то Новый год, то кухня. У нас кухня вообще, я не знаю почему, мы прямо вот на кухне постоянно все находимся. Хотя в комнате, в принципе, в большой комнате есть место, потому что у нас комната не заставлена. У нас стоит только диван, стенка, одно кресло. Ну все, и столик такой маленький, компактный. Все, то есть мы не любим вот мебель заставлена. Детская у нас слишком заставлена, но только потому, что у них очень много учебников сейчас появится вот через год у Софии. Поэтому как бы все равно потом полки будут нужны. Покажу вам, как у меня получилась моя кухня. Сейчас с самого начала покажу, сейчас я выйду. Па-па-па-па! Входим. Здесь у меня написано «Buon compleanno». «Buon compleanno» – это «С днем рождения». А «Агури». «Агури» – это переводится как «Поздравляю». И вот такая вот у меня кухня получилась. Видите, как это реечки, которые он мне прибивал, как они вообще, вот очень удобно, особенно у кого детки маленькие, да? Вот такой вот потолок. Правда, их потом мыть, они, конечно, жирнеют и мыть. Ну, не для ленивых потолок, скажем так. Ну, вот так вот, девчонки, у меня получилась такая нарядная кухня. И так вот я, короче, уже чувствую, вот праздник приходит, праздник приближается.
Насчет подарков, я не знаю, я, наверное, не буду показывать подарки, но оно как-то так получается, как будто я хвастаюсь. В принципе, все равно вы знаете, что мне нравится очень Сваровский, и я думаю, что это будет в очередной раз какие-нибудь сережки от Сваровского. В общем, я коллекционирую просто сережки от Сваровского. Вот, и настроение уже, короче, начинает зашкаливать, и сейчас что-нибудь приготовлю деткам такое, скажем, простенькое на ужин, наверное, пожарю какой-то там гамбургер немножко с макарончиками, и все. Поэтому уже сейчас праздники майские проходят, и я начинаю бегать, и вы тоже со мной, если хотите, присоединяйтесь, будем бегать, худеть, потому что это невозможно, прям килограммы растут, растут, прям хоть заново начинаю курить. Да, тут именно после адорментаду. Да? Говорит, немножко задремал. Ну все, алло, адамани, чевидям адамани. Увидимся завтра. Всем пока. Sì, anche tanti, non una solo. Dieci, venti! Venti anni, più giovani, quelli da andare in gota ma voce. Venti, mamma mia. Cosa, così mi ami, così il tuo amore per me, così come mi ami, fai vedere? Tacco, tacco, da? Tacchi, per poco, prima di andare, tacco, vuol dire così. Così. No, così, come, così. E passion? Con grattina. Это я тоже так ему делаю, когда это сама, когда я его сильно люблю, я ему говорю так. Сейчас я видела мускулы. Да какие мускулы ее? Макузыча, ну все видно, что мускулы, да? Грассо. Говорит, интересно, это они, говорит. Она грасса эсагерана. Там видно мускулы, какие мускулы, там же жиром все зовут. Ламо м'офенде, но, скуса. Скуса, ты где, Карло? Скуса, фай. Ну, Карло, per favore. О, вчера туда написал паразисто, Коста, сэк. Аспета, аспета. Си, си. Так быстрее, быстрее, потому что вздохнул, подожди. Aspetta, Carlo, qualcuno ieri, la sai cosa ha scritto? Esagerato. La sai cosa... Guarda che dorsale. Voce siamo meniamo. Carlo. Ascolta. Aspetta. La sai cosa ci hanno scritto ieri, guarda. Из вашего написал, почистить можно Карлосу. А, bellezza. А, вы хорошую идею подали, ему очень понравилось. О, buona la... А, спасибо вам, видите, все-таки как... Да, ти оно скрыто ери, Карло. А, донна, ragazzi, сан джерам. Ти оно скрыто ери, ки... Бонна пелли нова на шкена, пропо белла пиджа тут... Ай, о, фай, пиано. Пиджа тутта кванта, пропо... Но, даванти, сот. Но, даванти, ки мускули, си, но, си. Ма, ки мускули! Ладно, все, всем пока, пока-пока. Thank you.